Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре киргизский сорт «Сердце», либо «Красный». То есть этот сорт имеет два названия. Такого на кирпичного цвета. Сорт очень-очень-очень плотный. То есть от большого куска будет откусить вообще нереально. Марает ручки. Ярко-кирпичный цвет у нее. Давайте пробовать. Когда много откусишь, залипает хорошо. Итак, откусывается с небольшими усилиями. Хрустит. Хорошо хрустит. При укусе распадаются на кусочки, вот они хрустят. Затем растворяются в густую-густую кашу, даже не кашу, и ириску. Собирается в ириску. Она не липнет, она, знаете, как постепенно растворяется. Ириска получается тягучая, и постепенно при разжевывании она растворяется. Но если много откусить, будет слегка липнуть. Итак, по вкусу. Это яркий, кирпичный, печной, земляной вкус. Но также у этого сорта есть своя нотка, и ее описать очень-очень сложно. Знаете, такая влажного кирпича, что ли? Угу. По крайней мере, у меня такая ассоциация, что в нем есть нотка вот этого влажного кирпича. Это не сырость, не побелка, а вот именно мокрый-мокрый кирпич. Вот есть вот такая вот нотка у этого сорта. Сорт чистый, не скрипит. И еще я знаю, что вот есть такой сорт с солинкой. Вот я прям хочу достать и попробовать еще киргизию красную, слабосоленую. У меня сорт пресный.
Очень вкусная. Теперь давайте ее пробовать. Вот в таком виде. Вот такая у меня пасточка. Конечно, вокруг себя все марает. Паста загляденье. Ой, как вкусно. Вкус мокрого кирпича, прям такой ярко выраженный, мокрой печки. Земляной. В общем, во влажном виде все сорта. Наиболее яркий вкус, такой прям выраженный, сильный. Ну и как я вам и обещала, хрусталь сейчас будем с вами пробовать. Пеленый десерт. Сначала мы так хрустнем им. Очень плотный. Для меня это сухой сорт. Очень плотный, хрустящий. Крупинка до конца, средней плотности. Побелочной меловой. А что давайте делать вот так. Вы знаете, я не пробовала хрусталь в кусковом виде, но в пеленом, конечно, прикольненько. Ну что, давайте кусать. Чувствую, я сейчас вся изважусь. Паста, конечно, убирает сухость и придает такой обалденный вкус.
В общем, милоежкам, которые любят десерты белые с пастами, обязательно попробуйте пасту сердце киргизскую. Офигенно получается. Все было очень вкусно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.